А что ты пляшки не берешь? Я вот с работы пришла поржать. А что ты пляшки не берешь? Где эти пляшки? У меня дома, я 2 килограмма не могу купить. По сообщениям в соцсетях, это один из продуктовых магазинов Касимова. Тележка с сахаром не успела доехать до прилавка, с какой-то удивительной паникой заветные пачки люди хватают, будто в стране резко наступил голод. А это уже гусь хрустальный. Сахар здесь пытаются забрать целыми упаковками. Неужели все резко перешли на самогоноварение? Другого объяснения просто нет. У нас с сахаром нет никаких проблем. Наши производители производят его в достаточном количестве. И с учетом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой востребованной сегодня у населения товарной позицией. Понятно, что такой спрос оказался только на руку спекулянтам. Цена на сахар в частных пабликах зашкаливает за 120-150 рублей. Но предпосылок к этому сегодня нет, говорят в Минпромторге России. С чем, а с сахаром в стране точно проблем нет. Тем более, что глобально перекупом по рукам уже тоже дали. Экспорт сахара в страны ЕАЭС запрещен. Ситуация сложилась таким образом, что домохозяйство сегодня закупают этот продукт впрок. То есть уже по нашим расчетам закупили не на месяц, не на два, а может быть даже на полгода. Это с одной стороны. Мы понимаем население, конечно, есть тревожность, есть этот спорадический спрос. А с другой стороны, этой ситуацией воспользовались перекупщики. То есть предприниматели приезжают в торговые сети и закупают. Ну, закупали. Сейчас мы приняли решение вместе с торговлей о том, что ограничивается отпуск в одни руки, для того, чтобы хватило этого сахара всем, кто за ним приходит. Закупали продукцию тоннами, увозили в свои торговые небольшие помещения и там перепродавали уже с наценкой. Просто хочется призвать население не делать вложения в этот продукт на месяцы и, может быть, даже годы, потому что невозможно будет его перепродать, невозможно будет его вернуть в сеть, потому что у нас продукты питания не принимаются обратно. Я думаю, что необходимо успокоиться и покупать столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы комфортно существовать и вести нормальный образ жизни. Меры против спекулянтов у регионов свои. В Башкирии, например, цену на сахар зафиксировали. В Рязани пока нет, но, судя по нарастающему сладкому безумию, скоро так сделают и по всей области. Максим Васильев, телекомпания «Город».